Здесь, на перекрестке между Рудневским мостом и подъемом на остановку Баляева, идея нового путепровода через снеговую пать выглядит особенно актуальной. Прямо здесь, за моей спиной, своеобразное бутылочное горлышко, где в любое время дня и ночи не пройти, не проехать. Власти приморской столицы намерены сделать Рудневский переход полноценной транспортной артерией города. Уже сейчас началась работа по подготовке технической документации для нового Рудневского моста, о чем можно узнать прямо на официальном сайте мэрии Владивостока. Рудневский мост – важная составляющая транспортной системы Владивостока. Городу нужен новый путепровод, который будет отвечать всем современным требованиям и строительным нормам. Мост, который будет выдерживать высокую пропускную способность. Специалисты уже приступили к обследованию Рудневского моста и подъездов к нему. Эксперты уверяют, что несмотря на трещины, просадки грунта, движение по данному участку безопасно. Что касается грядущей грандиозной стройки, представители администрации города уже знают, где им взять на это необходимые средства. Проектные работы планируется выполнить за счет средств городского бюджета. За софинансированием на строительство будем обращаться в администрацию Приморского края. Напомним, что старый Рудневский мост мэрия Владивостока взяла на баланс относительно недавно, в 2012 году, и тогда же провела аварийный ремонт. А два года назад злополучное сооружение даже вызвало интерес у прокуратуры. И лишь в 2017 его эксплуатацию официально разрешили. Планируется, что новый путепровод будет двухполосным и будет расположен параллельно существующему мосту. После завершения всех этапов работ старый будет закрыт на реконструкцию, а в итоге город получит новое мостовое четырехполосное сооружение. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, новости на восьмом.